Привет, друзья! Сейчас вот снимала для вас видео о конкурсе и решила фон оставить, потому что у меня не так много мест, где можно снять покупки свои. В общем, мне пришла посылочка из аптека.ру и хочу с вами поделиться, что пришло, и рассказать, почему я это заказывала. Вот. Наверное, вот так вот просто сделаю все, вывалю оттуда, а потом уже буду что-то говорить. Лекарства и БАДы потом, потому что это не просто так. Так, если помните, я целую серию заказывала в свое время вот это вот Хотакс. Сейчас. Если помните, я как-то, у меня было одно видео, по-моему, оно называется «Обзор покупок номер 8 или номер 9, вот не помню. В общем, там я показывала, что заказывала маечку, бриджи, и впоследствии я еще дозаказывала пояс, но, по-моему, его не снимала. Вот это точно не могу сказать, забыла, наверное. Вот, и решила я еще себе шорты взять, еще... были там колготки с таким же эффектом, уплотненные на зиму, но они закончились. И сейчас их нет в продаже, вот, и, в общем, я взяла шортики. Что могу сказать, я все обещаю вам отчет по этому всему, но даже не знаю, как его снять, каким образом. Ну, если в трех словах, то пояс мне не понравился, он никакого эффекта мне не дает, очень сильно растягивается. И как бы нет того эффекта, который я увидела от маечки, например. То есть он, не знаю, майка, она более плотная, что ли, и более плотно как бы обтягивает фигуру. А пояс, он совершенно никакущий. Вот, и маечка мне понравилась, что она действительно подтягивает грудь, собственно. И это заметно со временем. То есть у меня был период, когда были холода в Москве, очень холодно было и в квартире тоже. И я практически не снимая ходила в ней в течение месяца. И, в принципе, это заметно отразилось на фигуре. Вот. Но, опять же, то есть какой эффект должен быть? Я должна ее носить год, не снимая? Ну, очень это все долго. Я как-то возлагала надежды на это больше. Вот, бриджи мне понравились, но они как бы очень длинные, и дома в них не очень удобно ходить. Вот я взяла шортики, попробую. В бриджах удобно, когда вы ходите куда-то, например, если хочется одеть лосины или какие-то спортивные бриджи, и под них можно надеть такие же бриджи. Они будут как бы вдвойне работать. Вот. Ну, такие вот, ну, опять же, попробую, расскажу, потому что у меня маечка и бриджи были, видимо, из одной партии, они даже по цвету отличаются, а пояс, он из другой партии, может быть, что шортики тоже из другой партии. Вот, потом я, чуть попозже, я вам, наверное, подпишу под каждым товаром, прямо на экране напишу, что, в какую сумму вылилось. Вот, потому что куда-то затерялся у меня чек. Не чек, а накладная. Потом я заказала такую штучку. Я думаю, что все наслышаны всякими какими-то майками, которые корректируют фигуру, чем-то таким, в общем. И я увидела такую штуку. Вот. Он довольно длинный, он просто огромный. Там метр с лишним у него длина. Сейчас 110 длина, ширина 20. Вот, по-моему, они бывают еще больше и еще меньше. В общем, стоил он где-то в районе 300 рублей, что меня очень удивило, потому что, например, я смотрела по телевизору, показывали, по-моему, как она называлась-то, даже не помню. В общем, типа как маечка.
В общем, маечка с длинными лямками, которая вот тоже по талии обхватывает, но при этом она бесшовная и непонятно, как ее одевать надо. Видно через ноги. Вот, я посмотрела, где и как, и вообще сколько она. Она порядка 2500 стоит. Вот, и в итоге, думаю, ну, посмотрю опять же на свои любимые аптека.ру. Вот, и увидела там вот этот пояс. В принципе, у него, как бы сказать, описание и впечатление, как отзывы, вот, положительные, и, в принципе, народу нравится. Вот, там спереди женщина, сзади вот такой мужчина. Называется «Вулкан Классик», что только меня напрягло. По-моему, я заказывала не «Вулкан», не «Классик», а какой-то другой. А мне прислали этот. В общем, это я посмотрю по чеку и напишу уже непосредственно на видео. Вот, в общем, вот такой вот здесь инструкция, и как с ним обращаться, можно ли стирать и так далее. Еще не мерила, но посмотрю. Я хочу вот, кстати, сравнение с Hotex. Hotex можно носить хоть круглосуточно. Эту штуку нужно носить не более 3 часов подряд на теле. Затем снимать. Ну, то есть в 3 часа в день нужно носить. Я думаю, что когда я хожу на лечебную физкультуру или просто дома занимаюсь, то вполне эта штучка мне поможет, подойдет, поспособствует. Вот, теперь хочу показать такие вот маски. Сейчас, блин, настрою вообще какую-то логическую яркость. Вот, давайте так, наверное. Значит, маска «Тайский секрет», «Азия Спа». Они появились в продаже тоже на аптека.ру, и на них они как бы сначала дарились в подарок, там при заказе, не помню, насколько, на 3000, дарились в подарок, ну, раздавались как пробники. Вот, а сейчас они продаются, и одна штучка, не помню, сколько рублей, 30 стоит, я тоже напишу. Вот, но там и как бы жидкости много, и как написано по инструкции, маску нужно равномерно нанести, избегая области вокруг глаз, через 15-20 минут излишки удалить салфеткой. Использовать 2-3 раза в неделю. Может использоваться как база под макияж. Ну, мне это не надо. В принципе, я так по ощущениям думаю, если она довольно жидкая, то здесь может пакетика хватить на 3-4 раза. Вот, то есть, в принципе, я взяла 4, просто чтобы мне уложиться в ту сумму, чтобы у меня без лишнего было, без сдачи. Вот, сначала взяла 5, но получилось очень много по сумме. Вот, такие маски. И следующие БАДы или лекарства, я думаю, вы кое-что видели. Может быть, даже в других видео. Вот такие вот. И вот такой вот. Я хочу сказать, что на канале моей любимой Ирины Соковых шли очень бурные дебаты по поводу модельформа. Вот. И вот, на канале моей любимой Ирочки Соковых, она приобрела такой, или ей прислали на обзор, я точно не знаю, модельформ для своей мамы, по-моему, 40+, или 50+, он называется, по-моему, 40+. Вот, и как бы в качестве пробы, да, то есть потому что мама хочет немножко похудеть у нее, но не любит при этом заниматься спортом. Вот, и там разгорелись бурные дебаты по поводу рекламы БАДов и вообще, что вы советуете нашим людям. Я не стала в этом участвовать, написала один комментарий одной женщине, которая там
возмутилась, что типа никакого состава нету. Я даже показала человеку: остановите видео вот на этой минуте, и вы увидите состав на коробке. Зайдите на сайт, там есть полное описание. Если вы ленивая задница, то что я могу с этим поделать? Вот, ну там начался просто какой-то беспредел в комментариях, и я оттуда свалила. Как бы, что человек показывает в своем видео, это его личное дело. Если вам не нравится, вы с чем-то не согласны, ваше право вообще не смотреть. И тем людям, вашим детям, внукам, кому вы не хотите это показывать, ваше право запретить это смотреть. Просто не давать и все. Это мое мнение, вот, поэтому, как бы, судите, не судите, это мое мнение. В общем, я приобрела этот тест, потому что мне посоветовал врач. И точно так же, как Милорена. Значит, по поводу модельформа скажу, что у меня, если вы помните, я как-то упоминала в каких-то влогах, что у меня проблемы со спиной, и я ходила на уколы, и сейчас хожу на лечебную физкультуру, но, правда, она не часто, примерно два раза в неделю, но иногда не получается ходить. Просто настолько сильно болит спина, что совершенно невозможно ничего делать. Вот, поэтому, как бы, тяжелые физические нагрузки мне сейчас, ну, нельзя, поскольку спина болит, и тяжелая физическая нагрузка может только ухудшить мое положение. Ну, зачем его ухудшать? В общем, мне посоветовали вот этим БАДы, чтобы немножко сбросить вес, поскольку я... Несмотря на то, что я на правильном питании, вес никуда не уходит, потому что не хватает физических нагрузок. А физические нагрузки я сейчас не могу себе позволить. Вот, поэтому мне врач посоветовал вот этот, вот эти БАДы. Сказала, что они очень хорошие, они на растительных ингредиентах, здесь нет никакой химии. В принципе, могу также прочитать, что состав... Вот он. Не знаю, будет ли видно. Наверное, нет. Сейчас попробуем. Ну, тут слегка видно. Вот. Кстати, я вам лучше прочитаю, потому что по факту состав точно такой же, как и на видео Ирины. Только присутствует еще какой-то ингредиент, или отсутствует какой-то ингредиент, поскольку, как я посмотрела в бумажке, вот есть внутри каждой пачки есть специальный альбомчик, в котором написано, что, даже сейчас попробую открыть, в котором указано, что в всех... Во всех пачках, вот, модель форм, стройности в любом возрасте. И здесь вот есть и про мама, и про 18+, про разные. И там написано, что там есть состав и есть описание каких-то составляющих состава. В общем, состав отличается от там 18+, 30+, 40+. Там есть какие-то ингредиенты, которые... где-то отсутствует, где-то присутствует. И это зависит именно от возрастной группы. Вот. И весь состав описан и в этой штучке, и на коробке, и, в принципе, везде есть состав. Так что как бы, не вижу проблемы. То есть человек, который действительно хочет поинтересоваться тем, что ему рекламируют, он любую информацию найдет, которая ему нужна. Вот, я не поленилась и нашла. Это, кстати говоря, я, опять же повторюсь, это приобрела не потому, что это показывали на канале моего любимого блогера, а потому что мне посоветовал это врач. И я как бы заказывала эту вещь еще задолго до того, как у Ирины вышло видео. Просто хотела сказать, что там такие бурные дебаты по поводу этого, этих БАДов. Вот, и Милорену я взяла... Тоже, то есть по две коробки, потому что это
на месяц. Вот. Ну, с, как бы срок действия, не срок действия, а вся эта, все, весь этот сеанс, он длится месяц. Вот. И Миларена тоже две коробки, тоже на месяц. Здесь, значит, мелатонин. У меня проблема со сном, я ложусь очень рано, в смысле под утро, и встаю очень поздно, в смысле к обеду. И для меня это проблема, поскольку я не могу перестроиться. Вот. И, в общем-то, тоже мне сказали, что они очень хорошие и доступные по цене, поскольку производятся где-то у нас. Сейчас посмотрю. Так, упала. Да, производятся в России Нишфарм. Вот, вот такие вот две коробочки я взяла, поскольку на месяц нужно две. И именно вот, видите, здесь нарисована подушечка, то есть это способствует, вот она, ну ее не видно. В общем, способствует хорошему сну, нормализации сна. А есть еще, ну и также вот здесь такая картинка, солнышко и облако. Это типа как стабилизация, то есть утро и ночь, когда у вас происходит день и ночь. Вот, и, ну тут также пишут, что при нарушении сна иметь чувствительность. Вот у меня нарушение сна. А есть у них такие же коробочки, но там нарисован, например, самолетик или еще что-то. Они как бы больше направлений имеют именно вот на борьбу с проблемами там перелета или когда там морская болезнь или еще что-то. То есть нужно обратить внимание, если будете такое брать. Вот, на месяц, нет, 30 таблеток, 2 месяца. Тут я взяла на 2 месяца, нужно принимать где-то 2-3 месяца. Но я решила 2 месяца пока принимать, поскольку пока не знаю, как это все пойдет, вот, и, в общем-то, стоили они тоже недорого, то есть самое дорогое, наверное, вот, модель форм из моей покупки, вот, вот такие были покупки, увидимся в следующих видео, если хотите какой-то отчет о чем-то, то напишите в комментариях, или будет видео, или просто расскажу в болталке, подписывайтесь, пока-пока, до новых видео.